Сейчас мы их всех срубим! Еще один готов! Орудие подбито! Ходу, Эдвардс! Сэр!
Почтовый голубь! Приказы! Приказы! С поля боя, сэр! От Таунсенда! Огневая задача! 3, 1, 4, 2, 3! Началось, парни! Рад был с вами служить! Вам повезло, Таунсенд. Неужели? У нас тут только приказы наугад, да слепая удача. Ну и с чего мы начнем, как думаете? Хватит дерзить, Макманус. Слушай, сэр. Эдвард, заводи. Ну, перестань, Бэс, перестань, ну, перестань, Бэс, ну. Перестала. Так и будем стоять! Дальше 20 ярдов не видно. Идем на прорыв. Эдвардс, я поведу. Ты выходи и разведай, что дальше. Не геройствуй, парень. Делай дело и все. Не будем на тот свет торопиться, а, Эдвардс? Если попадешь в беду, мы будем за тобой. Что тут война идет, правда? Эдвардс, Бесс нужно подлатать!
Проверь БЭС, пока время есть. Отлично. Давай назад. Я через проволоку поеду. Ни черта тут не видно. Эдвард, выходи вперед и проведи нас. Слишком далеко не уходи. Скажу, Эдвардс, я рад, что ты за нас. Бесс изрядно досталось. Бери инструменты, помоги, чем можешь. Отлично! Осторожно, парень, мы разберемся. Ни черта тут не видно. Эдвардс, выходи вперед и проведи нас. Слишком далеко не уходи. Thank you.
присматривай за нами. Бесс сильно досталась. Чуть ее не потеряли. Скоро должны выбраться из этих чертовых лесов. Надо перейти этот мост. На мосту, немцы! Устроим это! Впереди аванпост. И там, судя по всему, готовы встретить Бесс. Мы отвлечем их огонь, а ты зайдешь к ним с тыла.